Богаты – деревня в Угранском районе Смоленской области России, расположена в восточной части области в 20 километрах к северо-востоку от Угры, у автодороги Р-132 Вязьма, Калуга, Тула, Рязань. По состоянию на 2007 год постоянное население в деревне отсутствует, входит в состав Знаменского сельского поселения. История – до 1861 года владельческая деревня при Колодцах, 14 дворов, 206 жителей, в 1904 году в деревне 48 дворов. 6 октября 1941 года рядом с деревней Богатырь состоялся бой, в котором погибла первая в советской армии батарея реактивной артиллерии капитана А. Флёрова. Жители деревни похоронили мертвых и подобрали раненых, которым в темноте удалось уползти в болото и кустарник. Их было около 30. Деревенский врач М.Н. Богатырьков, учительница М. Ирошенкова, комсомольцы Н. Ирошенков, брат учительницы Н. Байков перевязали бойцов, накормили, устроили всех в пустующем доме. Немцы, узнав о раненых, вернулись в деревню, забрали их и расстреляли. Несколько позже они убили, по доносу предателя, врача и обоих комсомольцев, успела избежать расправы только Айма Рошенкова. Достопримечательности. Обелиск на памятном месте, недалеко от Дёр Богатырь, где погибла батарея капитана А. Флёрова. В 1995 году поисковыми отрядами были обнаружены перезахоронены у деревни Богатырь останки Ивана Андреевича Флёрова и шести его товарищей. На месте обнаружения останков установлена памятная плита.